Всем доброго вечера, кто не спит. Ну, сегодня мы пораньше, поэтому мало кто спит, наверное. Даже несмотря на то, что пятница, только завтра. Если нас кто-нибудь видит, можете нам что-нибудь написать. И что-то изменилось в моего, пока меня не было, нет, все нормально. Надо же написать, что мы go, наверное. Сегодня мы попытаемся поиграть замечательной декой Grixis Control. Каким-то очень таким условным билдом. Просто положим комплект Ancestral Vision, куда мы пихаем их постоянно вообще. Что мне здесь конкретно не нравится по сайду, по мейну? Непонятно, зачем сатсис еще один в сайде. Комплект фульминаторов, инженер, Спил Скай, два Dragon's Claw, это ее наследие каких-то вообще очень древних времен. Не знаю, насколько это хорошо против Бурна сейчас. Вроде в Extended нормально было. Вот, ну, поскольку я не собираюсь все равно Grixis контролем серьезно играть, вообще наш план наконец-то хоть одну лигу сыграть хуже, чем 3-2, потому что мы что-то зачастили. Надо кармически как-то это сбросить. Ну, кто-нибудь хоть есть хотя бы? Ура! Кто-то с нами есть. Гол. Да, топ-дек не работает, целый день почему-то лежит. Лежит и валяется, я бы даже сказал. Ну, мы начнем, остальные подтянутся, если кто захочет. У нас всегда так. Я так полуночи. Головы лошади. Вот это все. Надо все-таки настроить, раз уж я начал стримить на постоянной основе вот эту фигню. Там добавить всякие свистелки, перделки. Компетитив, мы будем играть компетитив наконец-то, Modern League. Дечку нам дадут выбрать? Дадут. Grixis Control. О нет, здесь дороже. Я не согласен с этим. Ну, конечно, в практис руме Grixis'ом играть было весело. Но у меня почему-то есть ощущение, что... для того, чтобы играть этой декой, нужен определенный скилл. И если УВР'ом я, в принципе, уже могу играть автоматически, не задумываясь, там, какую землю класть, что делать в тот настоящий момент, при этом продолжаю крабить иногда, то Grixis'ом это будет еще сложнее делать, потому что, ну, как бы на автомате
ничего не получается. Ну и параллельно надо собрать все-таки деку, потому что у нас завтра FNM. Но я не скажу, что я собираю, потому что вдруг сейчас набегут те, с кем я завтра буду играть. Для них будет сюрприз. Сказал он и показал Гидеона в камеру. В целом, я так понимаю, компетитив лига от френдли лиги отличается только призами. Да, и то только размерами. Соотношение, видимо, такое же, как и было там же. Хотя не с нашей декой сегодня надеяться на какие-то призы. Тем более никто не хочет с нами сегодня играть в этой компетитив лиге. Вот, стоит только это сказать, сразу же набегает. Ох, пусть нас играет человек. Ой, ёла, ой, ёла. По ощущениям, вообще гораздо меньше мы леганимся. Покипаем и будем надеяться, что мы играем с какой-нибудь афнёй. Или с инфектом. Спасибо, Евгений. Блин, лучше вот это был инфект. Сёрчи начались. Блин, я вот не хотел играть с Атсис на первый. Ну, надо играть Инквизицию, потому что он выкинет все свои дешевые. Видимо, идем за красно-черное, и у нас будет 15 хитов на следующий ход, когда мы сыграем с Атсис. 14 даже через свечку. Йоу, привет. Привет, привет. А он классный. Ну и Zed Charm, понятно. Counterspell, Worldly Console. Ну, на 3 он проверит, скорее всего, после Rainforest'а. Electrolyze нас совсем не парит. Ну, а Zed Charm, ну его. Нету, нету. Я ничего не умею. Вы чё? Какие-то МТГ-боты. Это очень своеобразный такой, я так понял, здесь против нас волокут. Он сбросил этот чарм, получил спилснар. Ну да ладно, никуда не торопимся пока. Я так думаю, это слово easy, забаненное у нас. Это взрывай, конечно. Тем более, увидите, какой у нас сегодня звуковой ряд. С таким рядом сложно выиграть. Прикольно. Однастроить. Ну и вот эти все, да, как я уже сказал, надо всякие свистелки, перделки настроить, там типа с каким счетом мы идем, какое мы играем, жующая каала на заднем фоне. Вуд? Что сие значит, а?
Ой. А какие плюсы-минусы подводные камни? Я смотрю, ящерики с планеты не беру. Да пожалуйста. Все равно я ее бы скинул. Выучили, что мы теплокровные, но мы не все котики на нашей планете. А он-то год умеет банить, потому что я нет. Как-то мы его так пугаем, контроль. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Не хотел вмешиваться ваш. Так, кидать в него болт, это значит яростно показать, что у меня нет контры, а он что-то хочет делать. Ладно, попытаемся это поднять контру сейчас. Давайте. Это вижен как-то поздновато. Нас убьют раньше. Ну, крутится он на сорсере скорости. Но зачем? Спрашивается, что он хочет делать? Сейчас квикен, опа, и закрутились. Электролайз, ладно. Что он мне не хочет дать сыграть такого, что он два хита собирается терять? А вот здесь вот он не захотел. Ну, вот сейчас, конечно, покидаем его в лицо, потому что нам с этими болтами делать-то по сути нечего. У него три карты. Можно, конечно, играть калаганскую команду в режиме по дискарде. Ну, пока никак, пока мы начали. Да, Кенеу, я понимаю, что это был стёб, конечно. Калаганскую команду он сконтрит, скорее всего. Ну, если будет контра... Сейчас поднимем какое-нибудь существо классное. Ладно, на тебе еще болт. Типа я сижу на ремайнде. Налик его не парит ни разу. Был бы он, этот клок, было бы хорошо. Сыграем калаганскую команду в конце хода. Если мы выживем, конечно. Может. У нас есть определенная надежда, что он не поднял вручную Scape Shift. Вот, Bring to Light он поднял. Ну что? Если у него Remand, это классно. Если у него Monolith, это классно. Если у него Изит Charm, это классно. Если у него Spell Снар, это плохо, если у него спил пирс, это классно. Ну чё, 4 к 1, давайте попробуем. Давайте попробуем не играть термин, то есть калаганскую команду. На дискард, ура. У
Избавься от... Что бы у тебя ни было. Ну, да, если там диспейл, то все плохо. Ну, как-то... Ничего не остается, кроме как... Черный. В общем-то, да, логично. А вдруг бы он не за шифтом полез, а за неконтрящимся болотом 4-4. Или чем-нибудь вроде этого. Ну, да, так, конечно, плохо. Просто не любишь товарища Сталина. А у нас пытаются выиграть. Ладно, будем продолжать собирать свою деку на завтра. Да, пожалуйста. Да, Евгений, ты успел. Ты успел бы, и даже если бы отвлекся, он долго будет сейчас накидывать в лицо. Набрасывать. Собственно, у нас тайсайда немного. Зато у него есть фойловый скипшифт, он классный. Завтра будет веселей. Нам справедливо замечаю. Девушка из... Ладно, ладно, чувак. Мы играем... Несерьезно. Не, я люблю, когда у меня тормозит, и я люблю, когда оппонент может похвастаться чем-то фойловым. Что мы можем? Мы можем посадить клику, мы можем посадить... Ну, диспейл и контрить контр. Там синие есть, если бы это было РГ. Можем посадить фульминаторов. Нужны ли нам фульминаторы? Мы можем посадить спилскайта, чтобы он кидал в него. Ну, болотов держат наши толстые, я думаю. Потому что нам надо что-то отсайдить все-таки. Терминейты лучше всего подходят. Калаганские команды тоже хороши, но не настолько. Ну да, у нас тут просто слишком много уже контры. Да, Сатсиз еще же есть точно. Ну, может, да, но есть же слоты лучше. Типа мы уберем болты. Вот болты здесь, наверное, совсем плохие. Один терминейт, ну, пусть будет. Или вместо него спел скайта. Просто совсем, чтобы не оставаться без ответов. Короче, ладно, вот так попробуем. Наша задача не проиграть еще и по времени.
есть надежда, что после Сайда у нас все будет лучше. Да и нормально. Думаю, кип. Ну, в болото, скорее всего. На трактасков. Так, с какой бы начать? Красно-синяя. Блин, нужна и красная, и синяя, и всякая. Ладно, мы все равно быстро очень нашу руку опустошим, поэтому нам цестер на первый ход. Будем надеяться. Будем надеяться, ну да, мы так и сделали, что у него еще осталось что-то там дешевое. Оп-оп-оп! Я не против играть сразу же с Атсис. Все равно нам больше играть-то нечего, по сути. А если он там еще и поднял контру, которую он не сыграет. Был бы ты инстант, я бы тебе его оставил еще. И пороть фульминатор. Остров оппонентов саспенд. Этак можно и поесть. Блин. Клику нельзя втыкать, потому что у него электролайз. Но можно, конечно, воткнуть прямо сейчас, чтобы скинуть электролайз. Наверное, это более правильный план. У нас не так уж много хитов. Вот так мы и порейсить можем. Так смело, ничего не боясь, просто даем ему скейп-шифты. Да у него там земли этой. Что ломать нас? Убьют сейчас. Если он поднимает бланки, то мы можем попытаться. Да ладно, не. Черт с ним. Главное сейчас подровать кучу классных карт. Это он типа хочет там контру найти. Будет забавно, если она уже у него есть на руке, но я хочу это сконтрить все равно. Сейчас, по-моему, такой ремонт. Ну, хорошо, да, он меня сделал. Назовем это так.
сделал надежно. Ну да, мы, конечно, сейчас погусарили на славу. Мне неизвестно, что теперь играть. Да, развел как детей просто. Блин. Опять сейчас проиграть какому-нибудь вот рандомному скейпшифту стабдека. Давайте попробуем все-таки. Все-таки это сделать. Нужен все-таки счетчик какой-то нам. Так норм. Хорошо, что у него нету двух синих, трех синих, то есть. Такая норм. Ну, теперь надежно пытаемся выиграть. Вообще надежно пытаемся выиграть. Время у нас как-то быстро заканчивается. Боевая наша молодость идет. Я сейчас еще и... Ой, ладно, ищи. Хорошо, вот остальные на ботом. Так норм. Классный план. Ну, сейчас нас, конечно, прежде всего пугает скип-шифт под прикрытием. Земли нам что-то не подвезли. Ой, кроме как сидеть на команды, других у нас нет вариантов. Была бы земля. Ну ладно. Калаганскую команду вместо Терминейта. На всяких клик. Это по ощущениям немножко приятнее играть против Волокута.
именно Гриксом, чем больше, чем УВРом. Дискард добавляет уверенности. Кип, я считаю. Главное, чтобы он не избавился от всего того, что у него есть. А Half-Life новый норм, Жень? Вдруг здесь фанаты, прожигающие стул в этот момент. Такое ощущение, что в Берсерке забыл нажать переход хода. Это был коммент специально для Игоря, если он нас смотрит, чтобы у него тоже немножко прожгло стул. Как вы понимаете, особенности музыки на нашем канале, все правообладатели уже умерли. Оля, ты жив? Оля жив. Жопа. Скидываем контру, потом скидываем скейп шифт кликой, вообще мы выиграли всячески. Фечек нет. Ну да ладно. Ну, что у нас тут? А тут у нас разгон, разгон. Консоль. Пусть не будет консоли. А я что сказал? Берсерк, да, опять. Я их путаю, они примерно одинаково примитивны. Ах, засел на команде, смотри какой. А нет, не засел. Неужели топдекнул контру? Нет, он решил двух страйбелдеров поставить. Окей. Да, должна. Так, за какой мы сходим? За черный. Остальные-то есть. Ладно, пусть это будет синяя. Типа торпидкой не побегаем. Оставаться вот в 17. Против волокута. Земли уже столько, что он нас в любом случае отправит, если что, поэтому лучше. Зачем снапов козелека? Чтобы посмотреть на эту, на команду и кучу земель в руке, ну то есть на команду и землю. Молодец, уменьшает, типа. Короче, наша задача позволить ему надровать мануальный скейпшифт.
Я ее скинул. Вот такой вот я. Так, ну хорошо. Земля нор. Это тоже нор. Что нам остается? Это чтобы я себя не чувствовал старым. Ты не старый, Евгений. Так, вот инквизиция, наверное, уже совсем не нужна, от нее можно вполне избавиться. На том. Теперь ты отдай-ка всю контору, чувак. Ай! Ура! Это ебалот. А я был напуган. Ладно, а так все ничего. Наши счетчики уменьшаются, видимо. А он не хочет двойной. А, хочет двойной блок все-таки. Ай. Пугать на него нечем. Дай нам хорошую карту какую-нибудь. Такая норм. Все надо проверять от сизонного. Контра, может быть. Да. Так. Так, она 6. Или поставить существо. Ну, наше существо блокировать он умеет. Пам-парам. 6 плюс 6. Все равно 3 атаки, как ни крути. В принципе, если мы сейчас поставим фульминатора и снапкастера следующим ходом, мы уже... Фигня какая-то все равно получается. В кожанке щерса, в бурке чапая. Нельзя под такую музыку не атаковать. Рев военсовет. Еще и волокут он не поднял, ко всему прочему. Сейчас бы уже начал нам существ подвозить.
Ура! Мы надежнее все-таки снапкастер в сетсис. Ну да, как-то это ж такой четырехцветный вариант. Что вдруг там опять-таки контра, ее бы выбить. И окей. Время убивать. Мы красные кавалеристы. Братья по классу, подпевайте. Что ты мне хочешь сказать, что я плохо играл Прули Топдекер? К сожалению, я не успел прочитать. Очень жаль. Не пойте твою. Я же вам предлагаю подпевать. Я петь не буду. Просто сходил в священный бой. Так, что у нас тут? Ну, если нам так будут... Вот Евгению, кстати, нравится. Вот. Пьяный из Майкопа я пою гораздо лучше. Лучше всего я пою в душе. Там меня не слышно из-за падающей воды. Если кто смотрел фильмы Вуди Аллена про оперных звезд, поющих в душе, должен меня понимать. К слову о поездках, настаиваю, чтобы кто-нибудь все-таки 4-5 с машиной выиграл. У нас стандарт, и в августе поехали в Польшу играть. ПТК. Риголетто в костюме оперных мышей. Именно так. Белых оперных мышей. Нам передают завози. Спасибо, Владимир. Постараемся завозить. Хотя, собственно, что делать против Бурна, не совсем понятно. Где хороший лайфген в этих цветах? Не стандарт, не поляков. Кто же их любит? Мы ж не 1 августа, то есть не 1 сентября туда поедем. Мне нравится. Я покипаю такую руку. Против нас играет парень из Канады. В следующем туре будет Филипп.
Ура, Джандец. Или Джанкец. Или Султай. Ух, ну даже не знаю. Что-то мне не хочется, честно говоря, взрывать фечку. Давайте посмотрим, чем он играет. Ой. А реликов-то в сайде вроде нет. У него есть три земли. Но пока нету того, чем он собирается выигрывать. Ну, наша задача дожить до криптик команды все-таки. Попытаться. Да, поворот вообще просто такой неприятный. Да. Активно карабинит, активно. Так лучше. Хотим ли мы взрывать феечку? Не хотим. Но надо. Можем поднять, конечно, еще один дискард. Нафиг он нам нужен? Давайте. Наши хиты здесь тоже не особо пока нужны. Когда он расставится, уже там будем думать. Нормальную такую подняли. Все делает, блин. Так, вот это мы на ботом. Это на топ. Сложно понять более бесполезную карту в каком-либо матче. Ну, пока, к счастью, с этим мы разберемся. Вот с тремя существами уже вряд ли. Побойся, чувак, побойся нас. Не боится. Все еще боится такой. Ну, к счастью, это артефакт, его мы когда-нибудь, может, даже убьем. Ну и радует то, что у нас нет существ пока на поле битвы. Значит, он не может сыграть хотя бы один из своих спеллов. Земли хорошо поднимает. Пока живем. Ну, видимо, он как опытный ливингист ждет, когда у него уже будет два красно-зеленых аутбурста в руке.
Да, бывает и такое. Не хотим взрывать, потому что стек на взрыв тоже может быть неприятность. Так, нам нужна одна синяя, одна черная, видимо. Будем надеяться, остальные все в руку подровал. Каскадируй, каскадер. Собаки. Ну давай еще и на свой ход мне покажи, и мы перейдем к следующей. Да, у нас и так кончились команды. Оппонент хитер как черт. Внимание, вопрос, что нас спасает? Внимание, ответ, видимо, ничего. В Damnation на мейна мы не играем. Ну, разве что команда, снапкастер, болт в лицо. Ну, попробуем. Попробовали. Да, еще и с одной красной, так особо. Да, я, собственно, понял все это сразу. Так, Володенька, положил ли ты релики в сайт? Конечно, зачем нам релики? Так, главное, выберем сразу самую классную карту с Пилснар. Так, ну что, Damnation, Satsis. Да и клика, почему бы нет? Да и диспелы. Болты не очень. Так. Вижены, ладно. Диспелы, ладно. Так. А зачем мне диспелы, собственно? Рикошет трапы. Контр диспелы. Что-то я не думаю, что мне нужны диспелы. Монолики, норм, реманды, норм, инквизиции, сетсизы. Калаганские команды, ну да. Это так, команды. Рикошеты без твизины, да. Ну блин, без твизины рикошеты. Все повыбиваем. Да, фульминаторов не сайдим. Инженерки. Нет, спилскайт, нет. Это все, все от лукао. Команды. Ну, если он начнет ставить толстых, за так все равно не поможет. Ну, возвращает иногда существо какое-никакое. Как всегда, вчера отыграли 3-2. Выходим вторыми. 61 карту. А у нас 22 земли, почему так мало? Тогда не будем 61 карту играть.
Да, любят мужиков за ману ставить. А, попробуем так. Наверняка он может посадить каких-нибудь там пожирателей артефактов и гнотчуеров. А у нас нет артефактов. У нас нет пертхейта, мы дебилы. Это кип. Это кип. Сейчас все надровываем. Оппонент мулиганится. С черно-синей надо, наверное. С добрым утром, комсомольцы. А сегодня мы пока выиграли первую у скейпшифта. Сейчас будем выигрывать у конца. Чувак не знает, что ли, друзей забанили, продолжает играть концом. Земель хватит уже, наверное. А ремонт? Ремонт всегда ремонт. Не думаю, что он сможет закрутиться через обезьяну на второй и что-то еще скинет. Поэтому давайте вот так. Не, ну, если особенно уметь играть концом, а люди, которые играют такими деками, они обычно очень хорошо им умеют играть. Всегда хороший чойс. Тем более дека хороша тем, что релики как парит, но не убивает. Всегда может начать здесь напротив контроля ставить толстых за кост. Так, ты ходи, ходи, я. Пум-пум-пум-пум-пум. Земля еще пригодится. А есть ли у тебя друг чем вообще крутиться? Два минотавра, земли у него три. На следующий ход будет что-то ставить, видимо, за кост, наверное, макабру. Я скинул бы дред. Мне он не нравится. Конечно, снапкастер наш очень плохо работает теперь. Евгений, я понимаю, что на ютубе до сих пор висит запись, где я пучу глаза, смотрю на бант Эльдрази. Да, макабру не может, но если он ее поставит, теперь мы будем только рады. Поэтому ставить ее не будет. А мы клику. Чтобы хоть какой-то счетчик был.
Теперь может. Но не хочет. Никуда не тороплюсь. Можно. Не только как счетчик, но и как существо, в которое можно играть. Demonic Dread. Сейчас посмотрим, что мы топ-декнем с Вижена. Сейчас, конечно, рикошет трап будет неприятен вместе с... Ну, нету так нету. Или все-таки есть? Так, крутись, чувак, нет у меня ничего. Что-то можно второй, да, ранее. Не знаю. Слишком много карт сейчас будет на руке. Ну да. Спасибо. Спасибо за тех. Ну да. Подороваться. Это не цель. Вот этот счетчик мне больше нравится. Ну, может, на следующий ход все-таки поставить, чтобы сидеть уже надежно и на реманде, и на команде. Окей. Пусть у тебя будет Living End в руке. Это же классно. Так тоже неплохо. Надеемся, у него не все хорошо. Окей. Вообще с Damnation было успокойнее как-то. Это просто революционные советские и прочие песни. Всех времен, народов, языков.
Ай, Ancestral Vision не успел убрать. И вообще мы планируем выиграть до того момента, как он. Окей. Что вернем? Навернем мы землю ему в руку. Да, без фульминаторов легче гораздо. Он как бы в режиме фульминаторов у УВРа чаще всего и выигрывал моего. Проблема в том, что у него есть, если у него есть еще один демоник дред. Как раз правильно сделали мы, видимо, все. А, вот так вот. Ну, это блокер. Блин. Пугает ли он нас? В общем, монолит нас уже все равно не радует. Надо быстрее. А так, если что, мы можем успеть его и кликой убить. Там двумя снапкастерами отблочимся от толпы. Там и толпы-то не особо. Раз, два, три, четыре существа. Как раз сейчас мы на 6. Все равно три атаки кликой надо. Чё он задумался? Угу. О, а вот и наш Винкон пришел. С учетом того, что мы знаем две карты у него на руке. Я так понимаю, у него еще один ход, так что все нормально. Пожалуйста. На всякий случай. Не хочу.
Ну так. Могли сейчас проиграть, конечно, тоже, если он бы опять нас разводил своей обезьяной. Надо бы скирать снапкастер в рейман, чтобы он скинул. Так, мы не видели рикошет трапов тоже. Возможно, их даже и нет. Продолжим играть в таком же режиме. Ну, земли зато хорошо поднимает. Многие Living End мне сдавались просто потому, что не могли выйти там на вторую. Нормуль. Ну. Душистый самосад. Начнем все-таки с этого, наверное. Видимо, будем начинать с Сиза, потому что у него может оказаться вообще ничего на руке не быть. Только разгон. Что пожелать тебе сегодня на руке перед боем? Давай посмотрим, что у тебя есть. Так, ну, бествизин. Бествизин неприятно. Не хочу, чтобы он циклился или там... Спирит гайд не парит абсолютно. Бествизин скинем ему инквизиция сейчас же. Сейчас же. Это циклится за две разницы, в общем-то, никакой. Но вот этого он поставить за кост не может, а этого может, в принципе. Хотя нет, не может. У него синий не бывает. Хотя, чтобы он не поставил, для этого у нас терминит есть, ладно. Скинем вивера. Ходим за красно-черной. Зачем макапа? Циклить он будет его в конце хода в любом случае. Тут вот главное, чтобы он сейчас вслепую бы не поднял именно на следующий ход. Ну, логично. Можно. Но у него не получилось. Но это замечание было верно. Ну вот, у него план такой. У нас план еще проще.
Хоть команду можем собирать, если что. Боюсь, он поставил обезьяну, потому что поднял Demonic Dread. Не поднял Demonic Dread. Дайте какую-нибудь контру. Ну так мы хотя бы убьем ему двух из четырех. Что уже неплохо. Нормально землю поднимает. Тоже не сильно парит. Давайте свиженцы. Что-нибудь хорошее мне. Например, контрспел. Нормально. Жить можно. Какую ты нам сломаешь землю? Нормуль. Наш монолик уже не работает. Ставь существ. Да ну, дружище. Ну что это такое, а? Еще и скотина на радостях. Ну, была вероятность, что он затупит и не поставит катакомбу на радостях, что там декнул дред. Вот жопа с ушами, а. От такого можно не откидаться. Привет. Да, есть Out из Damnation. Но сейчас мне его быстро уничтожат. Не верю в что-то еще. Ну да, здесь уже вероятность крайне мала. Лайк и свинища. Просто как свинятина там декать. На тебе. На жалких 8. Значит, надо будет убить двух существ на следующий ход. Нет, нереально. Че, не сдаюсь, конечно, команда. Спасает нас. Сдаваться смысла нет. Вдруг он не всеми пойдет в атаку.
А? Лук его кондрать и хватит. Не пошла. Да. Комсомольцы, добровольцы. Вот этих гадов я убью, потому что они мне не нравятся. Так не получается. Тогда я этих гадов убью. Вот так вот. Случай спас. Целый совет. Задумался. Давай. Убивай. Ну, в общем, достаточно честный такой матч. Как бы нет Радхейта. То есть нету Грейвхейта, нет. Нету победы. Ни одни мы впустую руку умеем поднимать. Все потому, что не убился Терминейтом Тасигура. Предвидя, что он сейчас тапдекнет дред. Ну, вернул бы он мне Ancestral Vision в руку, и чё? Потом еще один фульминатор тоже как-то совсем был посвинячий. Хотя меня и это убивало бы, то, что на столе стоит. Да, сайт надо чуть переделать, если мы этим дальше будем играть. Мы и во второй могли проиграть. Да, Монолик спас бы, конечно. Против нас играет Вишня. А мы играем без черной. Ну что, поднимем черную? Мы ж не тряпичные, у нас два монолика есть. Была не была. Serum Visions еще поднимем. Наша любимая рука 5-2. Нет, мулиганится. Плохо, конечно, будет, если у него агра какая-нибудь. А мы черную не поднимем. Привет. Когда я говорил какая-нибудь агра, я имел в виду нормальную агру, а не вот этот чувак. Блин. Ну чё, нам так и так придется на следующий ход, видимо, ставить красную растапом. Но если мы поднимем черную, так мы хотя бы терминейт сможем сыграть. Поэтому потеряем два хита, пожалуй. Парни с лайфлинком легендарные. Да, зайдут, только стоят они, наверное. У меня и родителей тоже нету. Родители с калаганскими командами тоже офигенные. Ну да, я же говорю, у меня очень старый билд, в который просто положили из новых карт вот, Ancestral Vision разбанено. Вот, как положил калаганские команды с англерами, с тасигурами, так ничего не менялось. Хорошо. Та сигура. Что нам дают? Нам дают ремувал. Так, он дает
Плюс 2-0 за каждого другого гоблина. Хоть вот этого убивай. Шучу. Ладно, посидим. У нас еще калаганская команда есть. Может, сейчас придется контрить. Трех гоблинов 1-1. Ладно, такой пусть будет. А вот этого надо контрить. У меня на следующий ход дискарты убийства пайлдрайвера. И мы в очень низких китах пытаемся вылезать. Или в апкип. Хотя что в апкип, господи. Да, Рагдас Чарм. Против свина, конечно, классно заходил. Очень удивляя дамагом на миллион. Что у нас было? Ой, как мы рады. Все, убивай нас. А не тряпка, парень. Вот не тряпка, блин. Сука. Как нам выжить здесь, спрашивается. Вот так можно выжить. Ладно. Будешь ли ты эхо платить, друг мой? Гоблинские гранаты еще, блин, меня отправляют. Следующий ход. Сейчас мы избавимся от двух карт. Мы поставим Англера. 4, 5, 6. Страйк, трэмпл, какой-то парит. У нас Фрэнзит Гоблин больше парит, наверное. Ладно. Да, наверное, монолич надо, но потому что гоблинская граната нас убьет, ну не будем же мы на нее закладываться. Конечно, на гранату я подниму ручки кверху. Так, ну мы, нам в любом случае нельзя пускать эту тварь в следующий ход, потому что Гермак Англер у нас будет контрить. Ладно, сначала убьем его, будем держать болт на давай,
Расскажи, что нам тут. Офигенный план. Ну, мы останемся. Поставим второго англера и начнем пинать лицо. Понятно, что там может быть толстый гоблин, но я все равно не хочу много пропускать. Надежно. Ну, видимо, там земля. Нет повода не выпить. Пугать нам его нечем. Под снапкастера оставим болт. Парень. Уверенный. Блокер есть. Ракета. Что делать? Бежать двумя. Надежно получать в лицо на один на следующий ход. Если там еще и чифтан, то я умру. Ладно, пойдем одним. Да. Трэмпла у нас нет. Куча говна с хейстом, которая нас переводит. Но там куча другого говна, через которое мы просто не продеремся. Он сейчас их будет ставить один за одним. Вот. Ну вот как? Как такое объедешь? У нас сегодня оппоненты поднимают, ну, неплохо. А созданием до нового гоблина гоблины перестали быть такой уж говнодекой. Просто мы поднимаем просто очень-очень плохо. Реманды. Снар. Тоже не очень. Кстати, кастер, да. Инженерка, да. Я хочу понять, что здесь плохое. Калаганский норм. Клика. Терминейт сатсизы. Сатсизы больно. Фульминатор. Хороший блокер за 3 маны. Блин, даже не знаю, чем. Еще один спил снар или еще одну клику. Все с хейстом, но может когда-нибудь пригодится и дамнейшн.
Да, спилскайт лучше всего. Сатси, то есть Damnation очень медленный. Инквизиция еще на первый ход заходит, как-никак. Там декать их неприятно. Ну, мы там декаем землю в основном. Ладно. Когти. Чё когти? Когти не блокируют, оппонента не убивают. Когти хуже любого римувала. Не верю я в когти вообще. Ладно, если вы настаиваете, попробуем так. Damnation не хочу медленный. С когтями, конечно, он лучше. Would you like to play? Would you like? Вот ваш коготь. Мне вручили вашу шпагу. Резонный вопрос, на самом деле. Очень плохая рука, но оппонент тоже мулиганится. Вот это вот. Вот это вот топ-дек. Единственное, плохо, мы сразу два хита потеряем. А потом еще один хит, видимо. Что у нас тут? Как можно меньше первых дроп, чтобы я их скинул, остальное сконтрил, остальное убил. Чифтайн плох тем, что он не убивается. Может, придется контрить что-то другое. Чем Денизен? Денизен будет ходить на один. Денизен успеет сходить два раза. Даже я бы сказал, один раз успеет сходить Денизен. Контрю я на второй хоть что-то. Денизена жопа один. Это главное. С Чифтайном, если мы его случайно пропустим, у всех жопа два. Смотрите. Даже если он играет сейчас два первых дропа, один из которых мы знаем. Если он сейчас еще одного статикастера, то есть Денизена сыграет, я вообще буду рад. Этого можно. У него хаста нет. А этого нельзя. Так, у него одна земля и неизвестная нам карта.
Становись уже. Ну что? С флешем будем играть. Вдруг он все-таки до атаки поставит еще одного Денизена. Беда. Молодец. Так. Ему придется платить, если он не хочет потерять сразу двух гоблинов. Он интересный. Что ж там такого она топдекал за 3 маны, а? Да, видимо, он подумал, что что-то не так. Ну, а статикастер решает. Ладно, сумеет. Все еще не верю в Damnation здесь. Я думаю, это кип. Здесь есть болт и статикастер. С такой можно даже выиграть. Жаль, наша фичка не умеет искать красную. Люблю бесполезные карты. Вроде оппонент ничего не сыграл, у него уже 4 карты. БР умеет искать, это хорошо, но БР больно. Ну, терминейт-то мы оставим. О, он оставил ванлендер, кажется. Бесполезная. Это Сигура. Изгнать он нам. То есть. О! Так люблю.
Serum Visions или сидеть на Терминейте? Да, ну, конечно, Serum Visions. Чё тут думать? Встречались танк и человек. И превращался в пепел снег, хватал руками человек в горячий снег. Такую люблю. Такая не нужна, наверное. Все равно фичку взорвем. Кажется, оппонент не хочет больше поднимать земель. Хочет. Ну, тогда подождем, заплатишь ли ты эхо на следующий ход. Глупыш. Ну давай, ставь толстого. Троцкисто-бухаринские бандиты бегут на меня, я чувствую прям. Прям вижу их. Окей, посадился чувак. Что не помешает нам убить двух существ? Я предлагаю взрывать крипт, да, ты человек читает игру. Прям. Упорный. С одним... Так вот, да, ты решил? Я же тебя отправил уже куда-то в низы. Оппонент все еще может выиграть вполне. Правильно, что чтобы я сконтрил надежно что-нибудь. Так, ну можем, конечно, найти красное. Лучше потратить больше маны сейчас. Ай. Черно-синяя, наверное, все-таки.
Не взрывай крипт. Дурашка. Оп. Чё это ты, чувак? Промохал. И земля у тебя некрасивая. У нас вот красивая. Все во льдах. Сходил в атаку, чувак. Что-то электролизов в моей деке нет. Я тут заметил. На всякий случай узнать, что умеет гоблин гренады. Фразер, Руш, Спенсер. Их много было разных, я смотрю. Она умеет быть сорцери и умеет стрелять существ. Это неприятно. Вернитесь, вернитесь, друзья. Кстати, работает ли у нас чат? Думаю, пока можно спокойно Тасигуром помилиться. Не та карта, которую хотелось бы контрить, честно говоря. Но хитов у нас все меньше и меньше. Сейчас на красную найдем все-таки. Спасибо. Вот этот мы и будем сейчас вертеть, видимо, туда-сюда. Ну, вот литерализы циклятся. Чувак, у тебя будет выбор. Я считаю, что пора пороть. Неудивительно. Товарищ Вышинский. Ну да. Червяки-то еще не сильно парят. Вот тебя совсем не хочу. Чё, крипт? Будешь взрываться? Вовремя ты. Сейчас мы со снапкастером тебе расскажем, в чем ты не прав. Сейчас.
Че же, пора, да? Когда там? Ура! Можно. А после сайда можно, а после сайда можно. А до сайда нельзя. Ладно. Товарищ Вышинский был интересным человеком, но не до такой степени. О! Гимн голубых магов. И Дека как бы говорит, ну ты же выигрываешь, на тебе все. На тебе вообще все, что можно. Чтоб ты точно не проиграл, чтоб ты не жаловался. Раньше надо было давать. Когда мы с Левинкендом играли первую. Вообще-то болт, снапкастер, болт у нас тут уже в руке 12 дамага лежит. Там мы и так можем. Ты хоть можно контрить, да? Если, конечно, у него гоблинская граната, мы останемся в очень маленьких хитах. Ну прям совсем маленьких. В двух. Ну тогда убьем его просто в лицо. Да умри. Не умри, оставайся в хите. Нас это не устраивает. А, ну да, он же когда сакается. Я думал, когда на грейв уходит. Черт не знает, сколько лет уже такой картой никто не играет. Да, матч всяк отменили. Нет таких карт, чувак. Даже если у тебя два болта. Смотри, пятачок. Да легко. Сила математики. Вообще неприятная дека, конечно. Вот у Эйром играть даже попроще. Ну, пока идем 2-1. Еще есть у нас шанс играть в минус вполне. А то придется и дальше Гриксисом играть. Счастье на века.
Хеликсы, и три солдата с шестью жизнями. Некто Депелисер. Мы хотим играть первыми. Нормально. Как-то вот на удивление мало мулиганов с такой низкой курвой. Ну, типа... Давайте. Если что, со второй синюю просто найдем. Наш план — быстрый англер. Кстати, об УВР. Какой-то странный УВР, он играет полеты дельтой. У него других фечек нету. Пас монолик. Ладно, вижу, надо скидывать что-то. Реманда у нас в руке нет и не предвидится. Вот сейчас проверим, кто из нас. Болты наши, конечно. А? Сила велика. Терминейты мы играть, конечно, не можем, но их и некуда играть против этой деки. Типа будем побеждать количеством карт. Нет рябка, чувак. Может, там черный зачем-то нужен? Кровавые игры после сайда. Блин, а был бы это Сигур или Фечка, сейчас бы уже у него были бы проблемы хоть какие-то решаемые пасом. Да, здесь наше время опять что-то очень быстро заканчивается. Вроде только начали, уже 2 минуты куда-то ушло. Черт. Придется ему показать, что у нас нету земли. Получите. Так, ну что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подождем. Не нужен тебе монолик, никуда его не скажешь. Странно, решил меня не отрезать от черной. Ух, как мы можем сейчас выиграть-то у него. Значит, пас и монолик, да, у нас?
Пока ты не затапан, играй. Вот я клику в конце, предъявим. Так. Пусть будет. Наконец-то он свой Sacred Foundry нам показал. Ну так вот монолит, да, окей. Так, и что же у тебя есть? Три земли — это прекрасно. Нахири нас не парит, пока у нас есть атака. Электролайз убивает нам клику. Значит, на следующий ход мы скидываем с отсизом пас, ставим англера. Да, я думаю, так, ну, с электролиз тебе. И все это будет после атаки. Сучка. Ах ты гад. Ну ладно, чё. Могло быть и хуже. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Может лутить земли, но нахери мы убьем его. Мы подняли землю. И, видимо, будем взрывать эту дельту, потому что нам из этого ничего не нужно. Ботом. Так, ну и от синей, от команды нас не отрежет, если что. Ну, торпедка ок, но, блин. Можно, конечно, сразу же лишить его и на хире. Собственно, план мне даже больше нравится. Две колоннады могут нас отправить, конечно, быстро. Давайте черный найдем все-таки. Чтобы было все-таки не так больно. Две атаки колоннады, да? Задумаешься тут. А, у нас есть инквизиция. Хорошо. А, плохо. Мы не скинем нахер инквизиции. Блин.
пусть ставит на Хири. Тоже план. Ну вот он какой дерзкий, а. Ну окей. Еще и на Хири успевает, сука, поставить. Ну это вообще, я считаю, подлость. Подлость. Хоть монолик играй ему, чтобы он на Хири не ставил на этот ход. И спел снап. Снапкастера опять же, стилснарс, не хочется теряться. Да ладно, пусть он попытается поставить на Хири, и мы ему сконтрим. Последняя. Он умен. Тоже счетчик. Даже на два не хочу пропускать. Ну что, две земли. На Хири. Ладно. Играй. Ну, все, есть ответ. Контрит по-любому, рано или поздно. Ну давай, пусть сейчас будет. Да, на 16-то хорошо. Тоже поднимаем нормально, жаль. Все равно все это очень плохо уже. Все равно мы проигрываем колоннадом. Что делать? Болт надо играть на Хири. Же вряд ли нам что-то поможет.
Нормально так скинул. Ну что, будет становиться колонна, даю блок. Плохо. Да нам пипец уже. Уже сейчас. Просто узнаем, чем он еще играет. Не, ну, в принципе, можем, конечно, выиграть, понимаете, термины, 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 термины. Да. Вторую выиграем за 5. Ну ладно. Поиграем лучше более веселые две. Так, фульминаторы, диспелы, спелснары, клики, сатсизы. Чтоб знать, что цежить теперь. Все классное вроде. Понятно, что колонна надо на чем-то убивать. В общем, мы не планируем доводить дело до колонна, там надо две быстро выиграть. Да, Ренинг Воли это единственный ответ на колоннады, но, блин. Снапкастер, ремонт, монолит, клика, фульминатор, команда. Жутко неудобные наушники. Еще одну команду выкинем. Еще пропихиваем Тосигура Англера и убиваем им. План такой. Остальное все контр. Пока работает план. Там чувак тоже, я думаю, на первый ход захочет сделать то же самое. Коней казацких из чужой реки. Сейчас мы тебя разобьем руку к черту. Разобьем позже. Снапкастер начать пороть. Потом вернуть его к алаганской команде. Рано. Ах, как удачно он тут поднимает, не земли.
хотим под Монолит подставляться. Ух! В раз не контрящийся, и который никогда не сыграет. А, ну тут Монолик, конечно. Почему Монолик? Да потому что... На еще. Так, этак я умереть могу, конечно. Вот и цель для нас пришла. Так, ну что он тут еще может сыграть? Пас не хочется, конечно. Остальное не парит. Ну и что у тебя есть? Скотина. Скотина какая. Не тряпка. Что значит, что... А, ну мы его вернем тогда, да? Или не вернем, лучше два. Дискардить она так, ясно, что будет. Крутить командой тогда. Ну, посмотрим, что нам тут. Жопа. Хочется контрить у Манцестера, вот прям аж... Аж пищу, как хочу сконтрить. Еще и землю ему в руку верну. Но это, конечно, слишком уж. Не, контроля у него нет. Это да, это и нам известно. Да, да, давай, разыгрывай уже. Только не говори мне, что я не успел. Не, не хочу возвращать землю. Я понимаю, что если что, он нахерит. Не хочу и нахерит уже пускать. Карт у нас и так дофига. Да. Ай, что у нас там? Ну ладно, давай сначала попробуем тебя. Контур поднял он там, интересно? Нет. Важно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Больно, очень, очень больно. Нет, извините. Все-таки фульминатор я хочу. Здесь поиметь. Команда, вот это все. Поднимает. Не тряпка. А мы поднимем землю.
Сейчас настанет час бить врагов. Я сейчас тебя покручу. Ух, покручу. Ну да, можно было. Но главная задача не скинуть себе фульминатора была. Не изгнать. Левый край, правый край, не зевай, надо успеть выиграть до 9 минут. Забываем про враз. В раз и две нахири, да, насколько я понимаю. И он каждый ход обдекает землю. Каждый ход. Неужели? Ну хорошо, хоть так, друг. С нахири я еще согласен. Отдаться. Да мы тебя мясом завалим. Давай. Мы тебя не выиграли. За обещанные 9 нам минут. Логично. Надо взорвать сейчас, а то потом не хватит маны. Если все-таки поднимешь белую. Кац предлагает вам сдаться. Оппонент не по-джентльменски заставляет нас тратить время. Ну что, успеем выиграть за 8 минут у него. Одной единственной калаганской командой.
верим, конечно, но не до такой степени. Так, так-то лучше. Нет, такая не пойдет. Хорошо. Черно-синяя, наверное, нужна. Оу, оу, полегче. Взрывает, значит, земли не нужны. Контра есть у тебя, дружище? Нормально, вижен не сконтрят. О, ой-ой-ой. Вот. Это приятно. Это может серым дадут сыграть. То есть Ancestral. Ну что, женщина? Женщина это неприятно. Если дальше буду играть, надо все-таки положить Terminate Sorcery. Вижены, вижены, вижены. Снапкастер реинфорсменты. Блин. Все это мы скинем, но потом. Сейчас нам надо что-нибудь воткнуть. Неприятно будет, конечно, снапкастер таймли реинфорсмент, но он так не сможет сделать, потому что тогда существенно нас будет поровну. Что он делает? Он реально решил это сделать? Да ты же болен. Чувак, что с тобой?
Нужен ли нам снапкастер? Мне кажется, да. Иначе мы можем проиграть. Ух, какая классная. Задумаешься тут. Что в руку ему вернуть потом в конце хода. И выбить ее с отсизом. Да? Что у него на руке? Два анцестра он сыграл, снапкастер скинул, мы не знаем, чего у него на руке. Давайте сходим в атаку. Может, придется сейчас забирать на хире. Так вот он решил. Интересно. Ну ладно, там все равно делать нечего. Попытаться надо. Контра будет неприятный. Но у нас есть англер. Нормуль. Теперь нам бы ремандов поднять. Такой так себе. Хири норм. Пас норм. Не верим ни во что за две маны. Верим в то, что мы убьем его до того, как он что-нибудь апдекнет с вижена у двух. Я же надеюсь, это земля. Или это пас? Да что ты будешь делать, а? Ну вот, оставил команду, дурак, на руке, блин. Тварь такая. Ай. Да, надо было сидеть на снаре. Сегодня оппоненты поднимают, ну как-то, ну очень. Вот очень актуальная карта. Да. Своей жадности я проиграл. Я хотел оставить. Оставь себе это. Пум-пум-пум.
Ну да, тут уже мы вряд ли выиграем. Никто, конечно, не отменяет того, что он может сейчас поднять с Ancestral Visions все земли. Ну, почему-то мне кажется, что будет не так. Так бы он уже был гораздо меньшем количестве хитов. Давай на хили втыкай. А так. Норм. К сожалению, норм. Чё бы монолитом не по контуру, блин? Жопа такая. Ну то тебе мало. Актуально. Вот она жадность. Тоже все было хорошо до того момента, как видимо, все-таки в два реманда надо играть. Давай Хеликс в лицо. Так, ну что, 2-2. Можно все-таки тащить третью. Оставаться при своих. Но зато все сегодня матчи у нас упорные. Несмотря на то, что начали на полчаса раньше, все равно закончим в 3. Все 1-2, 2-1, 2-1, 1-2. Ну, дычка приятная все еще. А вот деку на завтрашний ФНМ я себе так и не собрал еще.
Да, можно было, конечно. Но он же все равно там в руку возвращается. И так он теряет и на хире, и все. Но кто знает, вдруг у него контра на руке еще. И тогда, в общем-то, у нас нет окна на ошибку. Да, ancestor был он гад. Но все равно дискард. Мы втыкали сначала сетсис, потом в этот же ход мы вставили это Сигура. Вот. Мы в любом случае оба ancestorла ему не скинули. Мы ему скинули один только. А у него еще и два снапкастера в руке. Если бы нам потапали команды. Сколько он там. У него было окно там декнуть одну карту. Может быть и так, но это надо пересматривать уже все. Тут тоже 3 минуты никто не хочет с нами играть. Ура. Давайте что-нибудь такое быстренькое, только не бурт. Афня, инфект. Быстренько, быстренько поедим. Было две оставлял. Ой, ну покипать, покипать что ли. Первыми ходим. Чем она мулиганится? Ну давайте рискнем. Следующий ход сыграем и то, и другое ему. Хотя, конечно, неправильно надо было это мулиганить. Просил что-нибудь быстренькое. Спасибо, друзья. Давай только не все раскладывай на этот ход. Хочу что-нибудь скинуть тебе. Этот можно. Ты вообще ничего не буду взрывать, поэтому ходи, ходи хоть до конца. Так, ну что? Пока нас будут пороть на один, в лучшем случае на три. Все плохо, но хуже всего ролагер. Нес есть. Все шансы не дожить до Анцестрала. Поэтому давайте пока не будем его ставить. Два хита это два хита. Нам бы третью землю поднять. А там уж мы поменяемся с
тобой. Такой, ладно. Может, даже шапку еще. Тварь ты. Мерзкая. Оппоненты сегодня выше всяких похвал поднимают. Вот чтоб ты шапку поднял. Да вот я думаю, взрывать или не взрывать. Все равно нам нужна красно-синяя с нее явно. Какую бы мы ни подняли. Просто с этой мы точно красную не найдем, с этой фечки, не тапнутую. Если мы красную не поднимем мануально, ну, надо взрывать, наверное. Вот она и красная. Ну чё? Арбан Радары надо уничтожать. Кому-то надо носить два дамага. Вопрос кому? Одному из пестов. Я думаю, все это надо делать на свой ход. Чтобы он не разложил на Нексус все это. Блин. Да. Это, опять же, шапку поднимет, убьет нас. Артефакт, крич. Наверное, так. А там уж пусть сам думает. Куда и что он разложит, мы все равно живем на топ-деках. Это еще норм, это еще топ-дек болта, нас может порадовать. Да, это наш план. Да я, собственно, и топ-декнул бы еще одну калаганскую команду с удовольствием. Мы уже сверху будем после этого. Ну, два песта — это слишком сильный батлкрай. Он сейчас за один ход оправит. Все летают. Вот где электролайзы еще помогают. Ну да, видимо, на этом все. Пошел ты в жопу. Больной раком. Так, что мы имеем? Кстати, кастера мы имеем. Инженерку мы имеем на ноль. Больше ничего мы не имеем. Дамнейшн. Сатсизы не хочу.
Ну да. Терминаторы против Нексусов. Так себе план. Из нашей контры, ну разве что ремонт мы не хотим видеть. Я уже лучше... Ну, Скайт блокирует 2-2, защита от всего. Венделенки одной хватит, наверное. Там что не смотри, только хуже придет. Ну, можем заблокировать. Ладно, должно хватать. Не, анцестралы пока ходим на ходе один разок можно. Что там капает? И так пойдет. Такие-то. Да, умеет. Смерти не страшена, с ней встречались не раз мы в степи. Больно будет, конечно, не чувствую. Только своими землями себя пущу. Надо мною она ружи. Ну что у тебя тут есть? Ты меня ждешь, и у детской. Так, мы получим топтер, а все остальное дорогое. Все остальное. Аверсир получит у нас терминейт. А вот что контрить чемпиона, либо шапку мы решим впоследствии. Так, а что мы скидываем-то? Так, значит, аверсира мы убиваем терминейтом. Шапку, если мы ему не уничтожим, нам хана. Нексус. Давайте без платинга. А то платинг можем и на второй ход получить. Ну, аверсира там и... Блин. Итого, мы знаем, что он ничего хорошего не топдекнул. Надо играть сейчас. Начнем с того, что он может не поднять третью землю. Так, один топдек знаем, второй топдек знаем. Хорошо. Так меня устраивает. Легко. Абсолютно. Ну что, я подзавис. Надо. Причем то, что нас ничего не убивает из того, что есть на столе. Смело, смело ждем. Ну, он вообще своеобразный какой-то. Играть релика вместо чемпиона. То есть вместо... Не, брат, вот это вот мы не любим. Крайне не любим. Не хватит превращать нам снапкастера в существо 2-1 флэш. Так, а я его не отсайдил? Или там другой, с другим артом? Бред какой-то. Ну... С
смысл его ремандить? Ну, давайте поремандим. Сучка. Крашеная. Теперь мы хотим калаганскую команду с Ancestral Vision. Эти карты нам не нужны. Посидим на команде. Отличный план. Скажи мне, друг, поднял ли ты еще одну землю, чтобы шапку поставить заново? Не, если он, конечно, поднимал землю каждый ход. Ай, сегодня день раковых больных. Дайте калаганскую команду. Тот случай, когда афня, не пропускающая лендропы до пятого хода, это неплохо. Ну ладно, пока у нас, значит, пока у нас все хорошо. На самом деле грех жаловаться. У нас есть калаганская команда. Че у тебя там? Гальваник Бласт? Убирай. Вообще, конечно, подкупает вариант сломать ему сначала релик. Я думаю, мы так и сделаем. То все-таки хотелось бы повертеть ее. Да, был бы классный план. Жестенько так. Ай. Ну что, идем к победе коммунизма. Сложно будет проиграть уже. Да вот иди-ка ты в жопу. Тебе маны хватит на все? Не хватит тебе маны на все. Ну, надо было болт, конечно, сверху класть.
Да, мы в низких хитах. Что делать? Но ядом у нас точно не убьет. Я гарантирую это. Что, двумя болтами сейчас мы ему сделаем. Сделаем всю ему жизнь. Все-таки нам нужна земля, которую мы будем его убивать. Пусть будет. Чем я землю, конечно, оставил, непонятно. Этого не хочу. Фактов у него хватает. Надо контрить. В общем, как мы сказали, проиграть сложно, но мы постараемся. Зачем шапку? Здесь мы еще потерпим. Китов у нас еще достаточно. На 5 можем себе, даже на 4, да, у него же нет, уже нет. Тоже план был, да. Но тогда у нас снапкастера бы не было бы. Двум боевым бластом все еще проигрываем. Надо уже все-таки какое-то противодействие. Надо было в апкип это все делать. Давайте сделаем это. Да. Команда. Командами сегодня играем. Калаганскими, криптовыми, криповыми. Зачем я красную? Никто не знает. Затапал. Чтоб точно проиграть все-таки, да? Если у меня там вторая. Вот клоун, блин. Ой. Привет, Игорь. Ты как раз вовремя.
мемы не там у него были. Пропущу, останусь в двух жетонах яда. Все равно мы не проиграем, как бы мы ни пытались. Утомил. Ну, оппонент топ-декает просто хорошо. Мы, конечно, тоже. Хоть не ломай, как Виктор Ухари. Что надо было возвращать снапкастера, конечно, в руку. Почему не терминейт? А потому что вдруг там... А соберу сейчас. 15 минут пытаюсь выиграть у Афни. Нельзя так топаться, да, говорить? Да, вижу. Дима не может никак не может нормально затапаться. Гальваник Бласт уже даже не убивает меня. Да, оппонент посчитал. Со второй попытки. Так, я все-таки не посайдился в прошлый раз, да? Странно. Я играл без сайда. Статикастер, инженерка, спеллскайт. Нафиг, ремант. Нафиг два вижена. Нафиг садсизы. Плюс фульминаторы. Два вижена. Хоть вообще их убрать и плохо сложить Damnation, что еще? И фульминатора. Ушли в оборону. Так, субмит. Только попробуй. Ну и опять все 2-1, все 1-2.
Наш оппонент, по-моему, леганец. Так себе рука, но есть Serum Vision. Ее топдекать не очень приятно, вторую снару. Понятно, что она контрит самые мерзкие, конечно, карты. Оппонент не быстро, это радует нас. И на второй ход нам придется говорить Терминейт. Поэтому такая земля. Может, нам придется на второй ход сидеть на снаре и говорить болт. Привет, в реале я играю. А, не парит, там нейшн поднимет. Главное, что он медленно играет. Не самый быстрый счетчик, к счастью. Ух, ух, как нам подвозят-то. Но нам бы все-таки на монолике посидеть, вдруг там второй ровагер. Да, факт, то есть план оставить его без артефактов тут не работает, к сожалению. Но у нас есть Spillskite и Damnation. Такой план мне нравится. Продолжаю нагло сидеть на монолике, потому что у него явно что-то есть. В атаке он вряд ли, ты это сможешь сделать, чувак. Too much. Главное, шапку ему сейчас в руку не это, не присунуть. Не, ну луна это совсем плохо. Луна это ГГ. Даже если у нас черная луна стали. Блядь.
Хоть на топтеру одень. Ради приличия. Вон, не, ну это как-то не очень честно. У нас есть два хода на то, чтобы... Не, ну все правильно мы делаем. Молодец, переодел. Так, виджинов у нас нету. Четыре нет. Есть один. Кайт, инженерка. Че он там скинул? Nexus, да? Ну, я думаю, в хите оставаться разницы особой нет. А, ну вообще была, конечно, но... Теперь, если мы так декнем... Damnation мы все равно проиграем. Нексусу. Не надо было взрывать. Ну ладно. Что нам пишет этот друг? Damnation of Boost. Так, ну что мы можем? Можем каладанской командой вернуть ничто. Мы можем надеяться, что он прокликает атаку. Нажимайся, скотина. Вот ты лучше бы их раньше поднимал бы. Ура! Надо. Так. Что-то я не понял. Я вот сыграл 3-2, да? Ну что, мне ничего не вернули? Типа, если играешь 3-2, то ты слабый. То есть 2-3. Я так смотрю, я не буду играть в Competitive League больше. Гриксиса. Детали есть? Какие вы классные. Офигенные детали.
Ну да ладно. Нет, 2-3 я сыграл, я знаю, что я сыграл. По френдли лигах мне возвращают часть нажитого непосильным трудом. А здесь что-то с 20 очков как забрали, так и сказали, ну ты ж компетитив игрок. Не вернем. Ну, я надеюсь, вам понравилось. Так, кто это у нас тут? Уходи, Сталин. Сталина на вас нет. А на мне есть. Ну, если до завтра не вернут, да, может и так. Ну, сегодня мы сыграли 2-3, наконец-то, впервые лиг за 10 мы сыграли в минус. Проиграли Афне, УЭРу, еще какой-то фигне. Хорошо поднимающий. И за 2-3 шиш, да? А, ну вот. За 3-2 хоть кровное возвращают. Ну и выиграли у Escape Shift и у страшной деки гоблины. Ну, наверное, на следующей неделе мы вернемся к OVR. Все-таки грить-то забавно, но как-то не мое. Не люблю дискордить оппонентов. Люблю честно. Честно на топ-дека. Да вот что-то я есть приз в структуре. Ладно, посмотрю потом. Что-то я не могу найти. А, Лен Мо, может здесь. Компетитив. Да, за 3 матча возвращают, за 4 матча дают 6 бустеров. Вот это мы сегодня могли подняться. И один кипи. Хорошо. А френдли? Стоимость 80. Возвращают половину за 2 матча. Не стоит оно того. Будем играть компетитив. Но нормальными деками. Вот. Ладно, всем спасибо. Всем, кто нас смотрел. Выложим это тоже. Тоже куда-нибудь купи на хире. Это не я, это Володенька с Кипра вернется. Если деньги останутся, купит мне на хире. На сдачу. Все, всем спокойной ночи. Надеюсь, вам понравилось.